С 28 по 30 июня в Сарове пройдут масштабные городские праздники. Последние дни июня объединят вечер выпускников, День города и День молодежи, которые по замыслу администрации вместе создадут большое торжество для всех поколений саровчан. Давно не было такого большого грандиозного праздника в городе, и хотелось бы, чтобы праздник получился для всех жителей города, поэтому мы в программе предусматривали все. И программа интересная для детей, и для молодежи, и для среднего поколения, и для старшего поколения. Поэтому попытались учесть все пожелания наших горожан. В рамках празднования будет задействовано большое количество организаций и коллективов. В том числе в эти дни в Сарове выступят приглашенные артисты из других городов. Нам удалось договориться о том, что 28 числа на главной сцене около театра драмы выступит детский симфонический оркестр городов Росатома. Во-первых, этот оркестр выступает на больших площадках Москвы. Оркестр, последнее вот его выступление состоится на площадке Огненская. И поэтому то, что мы получили в подарок городу этот оркестр, это просто замечательно. Также 28 июня в рамках торжественного вечера выпускников состоится выступление певицы и победительницы двух сезонов шоу «Ты супер» Дианы Анкудиновой, которая весной этого года уже выступала с концертом в Саровском театре драмы. 29 июня Саров отметит День города. Одной из основных точек притяжения станет театральный сквер, где горожане смогут поближе познакомиться с историей Сарова и проследить ее связь с настоящим и будущим. На основной сцене в 17 часов 29 числа пройдет пролог «Город вчера, сегодня, завтра». То есть мы будем рассказывать и показывать уникальные фотографии, уникальные видео, которые у нас сохранилось, потому что город всегда был закрытый, и отсюда очень сложно как бы найти материалы, которые будут говорить о том, каким город был в свое время. Участие в торжествах также примет Нижегородский губернский оркестр, военно-духовой оркестр Саровской дивизии и детский духовой оркестр из Богородска. А главным подарком для саровчан на День города станет выступление группы «Сурганова и оркестр», которую пригласили по результатам голосования горожан. Кроме того, на различных площадках будут представлены концертные, интерактивные и творческие программы, подготовленные жителями и гостями Сарова. На стадионе ИКАР состоятся семейные соревнования и спортивные мастер-классы. На танцевальной площадке в парке имени Зернова пройдут спектакли цирковой студии, иммерсивного театра и музея занимательных наук «Кварки». А на проспекте Музрукова и театральном сквере будет работать фотовыставка «Пушкин в городе» и кинофестиваль. В заключительный день торжеств 30 июня также планируется проведение развлекательных мероприятий. На стадионе ИКАР можно будет принять участие в музыкальном квизе, а на проспекте Музрукова посетить соревнования по автозвуку. Более подробную афишу праздничных мероприятий вы можете найти на сайте sarov24.ru и в группах Саров24 в Одноклассниках и ВКонтакте.